Ну а сейчас вернемся к новости последних минут. Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама подробно обсудили по телефону, цитата, «различные аспекты экстраординарной ситуации на Украине». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. И вот есть детали этого разговора. Президент России подчеркнул, что в случае дальнейшего распространения насилия на восточные регионы Украины и Крым, Россия оставляет за собой право защитить свои интересы и проживающее там русскоязычное население. Владимир Путин сделал акцент, что есть реальная угроза жизни и здоровью граждан России и многочисленных соотечественников. Но когда Барак Обама сказал, что озабочен планами возможного использования вооруженных сил России на территории Украины, Путин привлек внимание, что есть провокации и преступные действия ультранационалистов, которых, по сути, поощряют нынешние власти в Киеве. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. Ну а еще был телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава российского государства поделился оценками кризисной ситуации на Украине и подчеркнул наличие реальных угроз жизни граждан России и соотечественников. Президенты обменялись мнениями о путях возможного урегулирования положения в республике и договорились о продолжении контактов. Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.